Мне в целом важно из первых уст общаться с молодежью, со школьниками, со студентами. Я, конечно, буду продолжать такие форматы. Главное, что мне хочется пожелать в сегодняшний праздничный день ребятам, это веры в свои силы, решительности в выборе направления самореализации. Очень важно делать этот выбор не на основе стереотипов или там, мнения доминирующего, или каких-то установок, которые сложились в обществе, а исходя из собственного ощущения востребованности, перспективности профессии. Уверен, что мы сможем переломить и негативный тренд, связанный с тем, что многие, к сожалению, уезжают с полуострова. Но моя задача, чтобы после учебы ребята возвращались, и для этого мы делаем все возможное. И целевое обучение, и меры поддержки, и, конечно, содействие в трудоустройстве на наши предприятия.